Милые наши женщины, солнышки вы наши, ну куда мы без вас? Мы без вас никуда. Хочу вас поздравить с вашим замечательным праздником. Пожелать вам, ну, как всегда желают вам, счастья, любви, здоровья, это понятно. Но я вам хочу пожелать вот чего. Особого внимания в этот день к нам, мужчинам. Ну, казалось бы, 8 марта. Вот слушайте, дело в чем? В том, что когда мы чувствуем вашу любовь и вашу заботу о нас, мы такое можем сделать. Не только 8 марта, но и в другие дни. Поэтому, как ни странно, не забывайте в этот день про нас. Мы ведь вас так любим. Счастья вам и любви.